Теперь самое интересное, одно из самых интересных времяпровождений в нашем походе отцов вместе с детьми. Это что, Ева? Чёрная картошка будет. Будем печь картошку. Нам сейчас дадут фольгу, картошку, сало. Мы это все сложим вместе, кинем в этот огромный костер и запечем. Так, сейчас нам раздают картошечку по три. Петюнь, принеси нашу тарелку, наши... Так, мы берем раз, два, три, по три картошечки. А, класс, три картошечки. Есть? Супер. Да, спасибо. То есть происходит лечение, парень порезал себе палец, когда резал нам дрова, это Богдан, вот уже братья ему помогают лечиться, заворачивают ему раны, закрепляют. Теперь такая процессия, что мы делаем, разрезаем вдоль картошечку, чик, Ева, опа, Ева закладывает туда сальцо. А фольга, фольга. Вы подписываете свою картошку? Да. Фольга. О, молодец. Второе. Закладывай. Сюда. А все взяли или кто-то взял больше? Да, не подписывай. Это картошка была. На, заворачивай. Сюда. А мы подпишем, да, папа? Нет, это шутка была, подписывай. И мне заверни, пожалуйста. Чик. Вероника. Класс. Между ног ложит фольгу. Вот так, да. Я тебе ложу на центр, и ты ее сворачиваешь в клубочек. Сворачивай, сворачивай. Хорошо, завод, все край. И прижимаешь. Прижимаешь. Давай, 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 давай. Со всех сторон. Молодец. Центр и заворачиваем вторую. Отлично. Опа. Заворачиваем. Чик. Чик, даже одной рукой можно. Я его бросаю. Молодец, классно. Все, отходи. Так, сильный жар, слушайте. Опа. Все, засыпали. Я нашел такую палочку. Сейчас мы все будем поправлять. Моя первая чашка. Ева, подай нашу тот. Теперь Ева приготовила приготовку хлеба. Давай по порции, Ева, давай по порции. Ева, не-не, не надо сразу все. По порции. Потому что вы не знаете, достанется ли вам ваша картошечка. Жарко, я тебе сделал самую длинную палку. Давай, я уже достал, как идем. Подойди сюда. Проблема. Мне кажется, горят сухарики. А ну проверь. Один краешек смазался. Отлично, готово. Снимаем. Все, ужин готов. Дорчики, сухарики, чаек. Вот это.